Как побороть страх? Очень часто в моей жизни страх не дает мне совершить те или иные вещи. Большие и малые. Страх провала, страх... Возможно, иногда страх быть отвергнутым. Как мне побороть этот страх? Невозможно побороть то, чего не существует. Прямо сейчас вы боитесь? Боитесь, что я могу сказать что-то плохое? Вы боитесь этого? Вы каждую секунду своей жизни пребываете в страхе? Нет. Оставайтесь в том же состоянии, как в те моменты, когда вы не испытываете страха. Потому что страх происходит от переизбытка воображения. Чтобы не испытывать страх, вам не нужно делать ничего. Страх происходит от переизбытка воображения. Еще ничего не случилось, но вы уже все придумали. То, что происходит у вас в голове, может произойти тысячами разных способов. Но, скорее всего, этого никогда не произойдет. То, чего вы боитесь, вспомните сотню ваших страхов. Вероятнее всего, 99 из них так никогда и не воплотились в реальность. Не так ли? То есть вы боитесь того, что не существует. Невозможно бороться с тем, чего нет. Побороть можно только то, что действительно существует. Невозможно преодолеть то, чего нет. Не стоит даже и пытаться. Наслаждайтесь страхом. В конце концов, он ваше творение. Вам ведь нравятся фильмы ужасов? Да. Вы говорите, что нет, но при этом сами их производите. Только они не приносят вам денег, вот и все. Если вы чего-то боитесь, значит, вы создаете фильм ужасов у себя в голове. Никто, кроме вас, смотреть их не хочет. Это плохо для создателя фильма, но вас это не останавливает. Создайте что-нибудь другое. Комедию, любовную историю, триллер. Попробуйте прямо сегодня. Сядьте и создайте у себя в голове любовную историю, триллер, комедию. Пятиминутные фильмы. Да. Начните использовать свой разум иначе. У вас это уже вошло в привычку. У вас вошло в привычку создавать фильмы ужасов. Вы уже достаточно их посмотрели, они скучны. Создайте что-нибудь еще. То, что вы создаете у себя в голове эти фильмы, не означает, что они воплотятся в жизнь. Возможно, нет. Но вы хотя бы насладитесь фильмом. Они могут и не стать реальностью, ну и что? По крайней мере, вы получите удовольствие от того, что происходит у вас в голове, раз уж вы не можете получить удовольствие от того, что происходит вокруг вас. Этого заслуживает каждый, не правда ли? Если мир недостаточно добр к вам, добрым, по крайней мере, должен быть ваш разум. Производите хорошие фильмы.